Почему я говорю про это? Потому что я хочу видеть свой город лучшим. Вы не хотите, а я хочу. Чтобы у нас пешеходы любили водителей, а водители пешеходов. Вот что я хочу. Простите, не только я хочу, но и ГИБДД этого хочет. И вы можете не слушать, но это правило. И они озвучивают. Нет, конечно, нет у них средств использовать дорогущую рекламу. Но когда вы проезжаете рядом, я бы посоветовал слушать родных моему сердцу инспекторов. Уважаемые водители, будьте внимательны, когда подъезжаете к пешеходному переходу, пропускайте пешеходов, убедитесь, что на проезжей части